В Тверской области введен режим повышенной готовности из-за новой коронавирусной инфекции. На данный момент в регионе официально зарегистрировали 3 случая заражения. 2 пациента – это семейная пара, вернувшаяся из Италии, сейчас находится в инфекционном отделении Калининской ЦРБ в Твери. А Мария Шалованова встретилась с лечащими врачами пациентов. Екатерина Наумова – заведующая инфекционным отделением Калининской районной больницы. Она работает в медучреждении с 2011 года. Начинала как врач-педиатр, потом переквалифицировалась. Я отучилась на инфекциониста, то есть Никифоров Андрей Юрьевич предложил мне попробовать себя в роли инфекциониста. Я прошла вторую интернатуру и уже с 2015 года заведую инфекционным отделением. Жаркая пора для врачей ее отделения началась с приходом в регион коронавирусной инфекции, когда в ЦРБ привезли первых пациентов с подозрением. А когда эти подозрения подтвердились, врачи, не задумываясь, бросились на помощь. Стало более, можно сказать, напряженное. То есть рабочий день у нас ненормированный стал, потому что в зависимости от пациента все вот это. А по первые пациенты, которые привозили, то есть мы приняли все вот этот удар на себя, то есть тут даже по несколько суток находились, то есть по трое суток. Сейчас, благодаря профессионализму врачей и квалифицированной помощи, семейная пара, подхватившая болезнь в Италии, идет на поправку. Их разместили в специализированном боксе, куда кроме лечащих врачей заходить никто не имеет права. Состояние 2 пациентов, у которых подтвержден диагноз коронавируса, на сегодняшний момент удовлетворительные. Они уже через несколько дней планируются на выписку. Надеюсь, что с выздоровлением. Сейчас в Калининской ЦРБ находится порядка 10 человек с подозрением на инфекцию. Их врачи не выпустят до тех пор, пока сами не убедятся, что пациенты не опасны для окружающих. В данный момент у нас в инфекционном отделении находится 11 человек. Из них у нас 2 подтвержденных диагноза коронавирусом. А остальные у нас отрицательные анализы первые. То есть мы ждем на 10-й день повторный анализ за результат и инкубационный период максимально 14 дней. То есть при получении отрицательных ответов мы после 14 дней их выписываем. С выздоровлением уже домой. Состояние у всех удовлетворительное. За все время у нас на данный момент находится только один пациент. У него среднетяжелое состояние, то есть решается вопрос о переводе его. Екатерина добавила, что пациенты получают симптоматическое противовирусное и антибактериальное лечение. Недостатка в медикаментах или средствах защиты на данный момент нет. Специалисты Калининской ЦРБ говорят, что другие медучреждения Твери оказывают большую поддержку. «Мы боремся с коронавирусом все вместе», сказала Екатерина Наумова.